con los proyectos que, sobre todo también en la parte de web, todavía hay apartados que terminar. Институт Висенте Александр в Севилье. Это ученики средней школы, которые создают макет умного дома на уроке технологии. Tiene paneles solares que se utilizan para cargar la batería. Tiene una puerta automática con un sensor de distancia. Они проверяют функционирование руки робота, регулируют оранжерею, где все автоматизировано, и, конечно же, не могло обойтись без 3D-принтера. Montamos la estructura y la electrónica de la impresora. Это результат годовой работы с преподавателем Хосе Пуйоль. Инженер в области автоматизации электроники оставил свою компанию для того, чтобы посвятить себя преподаванию. Он получил премию от Хунты Андалусии за инновационные уроки. En vez de que alguien me cuente cómo funciona un LED, pues voy a aprender más y cojo un LED RGB y lo programo y aprendo cómo funciona. Его ученики сами программируют и развивают проект. Espolear la creatividad de los alumnos y son ellos los que eligen los proyectos. Они развивают проект с помощью программного и аппаратного обеспечения. Permiten a todo el mundo acceder a ese conocimiento, a cualquiera que quiera utilizarla, crearla, modificarla. Этот профессор, приверженец своей работы, создал ассоциацию KiwiBot, которая нацелена на распространение робототехники программирования с возможным внесением изменений в них. Некоторые студенты уже сотрудничают с профессором после уроков. Здесь нет экзаменов. Ученики эволюционируют вместе со своим учителем. Оценки не самое главное. Перед этими ребятами открываются огромные возможности в будущем.